Еще раз всех приветствуем. У нас сетка узоров, турнир капитанов на фэскайпе организовывает Тачан Бакарди. Проводят ребятишки, мы комментируем. И супер, пацаны играют на этом турнире. Вот, супер топ ребята уже вылетели с этого турнира. Остались у нас действительно заслуженные ветераны этой игры. 21-летний, вот. Ну и будем сейчас наблюдать эту игру на супер дефолтной мапе карта Deforge. Пацаны даже знают, где на Т-респауне можно засесть, чтобы ну, нормально паровозиком порубиться, как на 35 хп 2. Вот мапа такая, есть КС 1.6, кто шарит, тот понял. И пацаны подсадки мутят. Ох, вот это я понимаю, пацаны, вот они. Вот это решили. Уровень, это вот это уровень паскупная. Фотографируем. И Макс Пейну отправляем, Макс Пейн. Так, все. Вот это кнайфраунд, вот это я понимаю, задумочка. Вот это нормально, да, вот это нормально, пацан. Это не ваши шняги там. Пошел, порубился бездумно. Да, Форж, именно, да. Мне кажется, Кеша каждое утро съедает. Пацаны, чего так на Кешу напали? Вот Кеша сам, конечно, виноват, он реагирует на вас. Если бы он не реагировал, вы бы такое не писали. А вы понимаете, что Кешу это задевает, и начинаете его травить. Ну и все. Че тут атака-то? Значит, смотри, АСД это за защиту он играет, да, вот этот пацан? Понял. Ладно, состав играющих команд быстренько озвучим, если эта карточка будет в записи. Соответственно, за АСД играет плеер же, чисто пох, челик, ГГ, хелт, гамма, .exe, АСД, ну и за атаку ноунеймер, Реймп, Спарлок, Лавсонг и Перпл Крисен. Наверное так. Все. Пацаны провели чудесный раунд. Один минус за весь раунд, все четко. Ну и переход сторон произошел. Да, по-моему? Да. Чудесно. Вот. Ну, здесь форж за атаку. В принципе, либо фаст Б, либо холд А. Тут особо тактик не придумаешь. Но, может быть, пацаны что-нибудь там новое покажут. Все направляются в сторону Тёмочки. Будем изучать. Ну, может, кто помнит такую старейшую карту Декабл. На базе этой мапы создали форж. Он более балансная мапа. И как многие считают, она именно в пользу теров стала. Ну, здесь все. Коридор, Т-шка вываливаются, ребята, на... Соответственно, бэплен продавили. Здесь позиции в упоре не сработали. Из девятки ноунеймер хорошо отыграл. Продавили. Пытаются дальше работать. Рамп. Рэмп дает минус. Девятки пытаются рэмп дальше выбивать. Но нет, его задавил чисто пох. 1-4 пацан остался, уже один минус оформил. Ну и дальше ноунеймер. Минус по игроку команды атаки. В итоге команда хихи забирает раунд в свою пользу. Ну и сейчас примерно постараюсь рассчитать, пока у нас... Небольшая пауза в игре. Что у нас по счету данного турнира? Сетка в сетке. Что по сетке? Ой, там очень такая стадия. Где-то примерно финал, полуфинал, четвертьфинал. 1/8 сетки лузеров. Примерно. Ориентировочно. Вот по стадии этого турнира. Привет, Кирилл. Привет, Денис. Давно вас не слышно. Как осень? Привет, Кристина. Салют. Да, мы зазнались. Что игры будут еще? Ну, вроде как это игра. Ладно, продолжаем смотреть. Ой, какой хороший прием. Здесь все, халява закончилась. В общем, здесь не успел я ничего сказать. Пытался чат прочитать на экраунде. Ну и хихи заканчивает раунд в свою пользу. Ну, вообще без шансов, в принципе. И дефолт. Все в простом стиле. Ну, вот. Мне тут Богдан в чат написывает, какой он герой фасткупа. Умоляет клип сделать из момента. Ой, ладно, попозже потом все решаем. Ну, паркер, если захочет, я уж точно не буду делать. ЛТВ твою еще скачем, да не дай бог. Я еще жить хочу. Ладно, продолжаем смотреть. АСД дает минус по девятке. Пытаются ребята дальше давить бэплэнд. Но здесь фаст Б, здесь рабочая абсолютно тактика. На ноге, если респы позволяли, хотя бы два респа есть. Все, можно дальше давить, выходить против девайсов. Ну и в начале раунда здесь, конечно, минимум втроем надо бэплэнд дефенсу отыгрывать. В принципе, сейчас у них это не получилось. И 2-2. С коридоров уже заходит рэмп. Сзади последний остается плеер. Ну, со стрельбой, пацана, что-то вот как-то прям вообще не лады, как у машины на Мираже. И один хп у этого пацана, он очень битый. И так, ох, минус один. Что он делает? Он пытается просто байтить, но дефа есть? Успел? Да. Нет. Вот дефов нету, но спорная ситуация. Я не успел посмотреть, с какой секунды он начал, но
Да, не успел, к сожалению. Вот поэтому такие дела. Да, 10 секунд не хотел там раздефить, соответственно. Ну и все, взорвался. В прямом переносном смысле. Кэбл норма, а по это переработанная шляпа. Ну, не знаю, мне, если честно, эта карта как бы больше нравится, потому что на кэбле дефенс вообще 100% доминировал, а здесь, ну, такое себе. То есть и как и КТ могут отыграть, и атака. Ну, атаки, конечно, больше шанс, все дела. Вот. Такие вот делишки. Там два литовца на подозрение на 4. Ну, вон, Паркеру скидывайте. Вам, если нечего сказать, кому-то что-то сообщить о ваших проблемах жизненных, пишите, пожалуйста, Паркеру, он все выслушает. И демочку приложите, как, собственно, покаяние. Вот. Ну, а теперь девайсы. У защиты снова... Так, атака взяла. У защиты есть девайсы, но я уже просто начинаю в чате общаться. Вот. На игру не смотрю, потому что Форс, на самом деле, быстрая мапа. Если вот Б отыгрывать за атаку, здесь, ну, очень быстро раунды будут складываться. И все, раунд забирают, второй счет в игре сравнивается 2-2, и очень быстрая такая динамичная игра. Здесь уже, наверное, защите нужно думать о том, что в начале раунда чуть ли не вчетвером поднимать. Вот. Да, как CSGO профессионалы на Cobblestone занимали в начале, либо вчетвером, либо втроем, чтобы избежать фаста, да, от аркады, от атаки. Здесь примерно то же самое нужно делать. Вот, особенно если как-то уже начинать читать респы под эту, под этой мапой, понимать, что там респы благополучно под Б, все, пожалуйста, 4Б занимается. Ну, тут еще экономические, все диглы практически идут под апленд, и снова тэшка, коридоры, и разбор полета снова под Б. Забрали первого, но близко, есть расстояние, что постреляться с пистолетов, ой, тут вообще, тут флешоны в пункту стояли игроки, один не смог ничего сделать, второй просто на рандом пытался стрелять, ну и в спину будет заходить Рэмп, очень далеко он своих оппонентов, один в четыре, где-то диффуза, я хочу посмотреть, в пункту есть, но нет, вот здесь ждут, спину не дадут зайти, и АСД выходит вперед, 3-2. Вот такие вот дела. Сейчас в баклахе подзаряжусь. Ну и продолжаем смотреть. Хихи у нас... Что у нас? Есть экономика у пацанов. И... Ну опять они два... А, нет, сверху они еще идут. Вот оппозиция такая, вот этот вот... ну ладно, о ней потом поговорим. Я когда играл еще в 11 году в эту игру, ее называли, по-моему, наливки еще сопля, в общем. И вот этот вот отросточек на Б-плент, вот КТ респаун. Ладно, ну ладно. Ой, Спурлок, хорошо справился в конце раунда, затащил. 2 в 2 остались пацаны, но и все-таки потащили. Ну, быстрая, очень динамичная мапа, на самом деле, вот в микс-формате, да, здесь особо ничего думать-то и не нужно, либо фаст-б, либо какой-то холд, ну, без особых там каких-то затяжных супер движух. Эх. Вот такие дела. Да, Валек, с КДН один тип думает, что он игру прошел, это про меня, да, Валек? Спасибо. Это очень трогательный момент. Очень. Так, ой-ой-ой, то есть я вообще не успел просмотреть, что здесь по карте произошло. А, выход на апленд, неудачно. Да, экономически, в общем, по-моему, было атаки, девайсов не было. Защита снова выходит вперед, 4-3. По-моему, у нас самая серьезная такая интересная карточка намечается, именно Deforge. Как пацаны напикали, мне вообще неизвестно, но респектом за такую движуху. Хоть что-то новое посмотрим в этой игре. Редко нам удается посмотреть что-то помимо Даста, Инферно, там, Миража, Тускана. Вот. Ну, Форж неплохо. Так, выход на мидл. Диглы снова. Пио, отлично, забрали игрока здесь под рукавом. Минус рукав и под рукавом, да. Вообще отличное знание русского. Можно мне поблажку сделать, ребят. Так, Спурлок. Есть минуса при перетяжке. Здесь коннекторы пытаются убивать апленд. Нужно через соплющий перетянуться. Ну, я не знаю просто, как по-другому это озвучить. Отросток. Ну, отросток вообще рукав называют. Вот, это место, не знаю, как это обозначить уж на этой мапе. И ГГ 1 в 4, диглом. Ну, супер какой-то, пацаны просто фейк раунд придумывали, да. Двое выходили мидл, остальные стояли под тэшкой, под Б. Мидл в итоге открылся с разменом, потом открывалась тэшка. Ну и вроде как защита справилась.
преимущество именно было в девайсах. Ну и 5-3. Перестрелочка удалась в данном случае. Вот такие дела. Эх. Жесткий небаланс. Задос на старом банк читы получал Макс Король. Да, тут на старом многих кто за читы банк получал, наверное. Ладно, продолжаем смотреть. И у нас есть размен под Б-плунтом. Фаст-выход, по-моему, сейчас удается. АСД, капитан, есть размен. 2 в 2. Пачка еще не установилась. ГГ здесь сидит в дыму, не пропускает еще одного игрока. Пачка руки. Последний остается рэп. Но у него здесь сотая позиция, если, конечно, ГГ на него выйдет. Но он пошел с перетяжечкой на А. Ой, здесь его будут ловить. И все, он захалдился. Он такой, типа, захалдился. И эх, Рейп не читает этого игрока. Не читает абсолютно. ГГ ждет какую-то перетяжечку. Так, так, вот так вот. Да, спиной, да. Оп-оп. Ну, здесь все. Пошел профессиональный гейминг. Shift на мапе. Кто кого перехитрит. Но если ГГ сейчас еще и пачку поставит на планту, то будет вообще шикарно. Вот. Ну, пока... Ребята вообще не понимают, откуда выйдет, соответственно, оппонент. Так, все чекается, все вообще прям предусмотрительно. Куда ты смотришь, все нормально. Ну, сами все видите, здесь просто искусство ниндзя, кто кого перехитрит. Эх. Ну и рэмп. Сейчас постарается выбить, все понимает, что это уже... По-моему, слепой был, да, игрок команды атаки. У нас на ХЛТВ такого не показывает, но что-то он странно. Да, он странно спрейл. Да, поэтому гранаты зарешали, и при убивании хихи берут раунд в свою пользу. 6-3 по такой игре уже неплохое преимущество. Поэтому, ну, не знаю еще, если у них за атаку будет раунды получаться, конечно, такие быстрые, то преимущество будет за ними. Ладно, продолжим смотреть. Пока у нас счет в игре 6-3 все еще. Вот, ну и на этот раз одного рэмпа стреляют под А-плантом. Здесь рукав, уже отросток. Ну и будет открываться. Да, отлично, вот это тайминг, вот это я понимаю. Хорошо, он дал минус, сразу отошел. Есть информация, что один игрок еще находится на миде. И здесь уже по позициям играет атака. Ребята не торопятся. С пачкой они находятся под коридорами, готовы под гранаты вывалится на Б-плент. Ждут Т-шку. В Т-шку упоре будет приниматься игроком команды защиты. Но перестрелка с медлом ничего хорошего для атаки не сулит. И финалка будет под Б именно. Плент. Здесь челик против девятки не открылся. 2-5. Т-шка. Все-таки с Т-шки вышел игрок. Продавил упор. Ну и пошли дальше, ребята. Вдвоем здесь парно выходить против Б-плента. Забрили игроков здесь. Можно дальше пытаться проходить, но не торопится. Не торопится. Все-таки пачка установилась уже. Ну и нужно грамотный ретейк сейчас хихи сделать. Все вместе выбить эту, соответственно, позицию. Плент. Девятки будет играть. Спурлок. Так, он уже выходит. И, ну, чуть-чуть не хватило. Но Неймер обозабрил и мог бы разыграть. Но мог бы это, конечно, не то, что... Могло быть, короче. Давно не комментил, ребят. Я и подустал что-то. Заговаривать иначе. Что за карта такая? Что за текстура? The Forge. Что за кликбайт 10 тысяч долларов? Да-да-да. Это просто... Это с прошлого капа там стояли баксы. И там другая сумма была. Каулп цифру поменял, а баксы оставил. Красавчик. Я специально... Гуру просто. Просто чтобы Стачана потом спрашивали, как бы. Вот. Ему все претензии. Такие вот дела. Ну, Неймер, место минус по чисто пох. Ну и пошел выход на плент, но Неймер. О, здесь в дыму пацан засел. Просто стиль пьяного ежика в тумане сейчас будет. Пацан уваливается через дым. Если его не чекну, то... Да, минус один он дал. Челик ласт. Челик у нас... Заходит в спину с коннектора, да, он будет играть с тэшки. Сейчас, если никто не обернется посмотреть в сторону игрока команды атаки, то натворит он делов. Но я думаю, что хоть кто-нибудь должен за спину здесь отвечать. Но как-то вот, я думаю, что тайминги будут в его пользу. И пока не понимают, где последний. Его здесь ноунеймер не чекнет, и он спиной просто открыт. Так, ну, челик палит свою позицию. Накидывает смог, просто супер обманный. Вообще просто жесткий смог.
И дальше будет отыгрывать против... Так, все, тайминги. Челик. Ну, здесь чуть-чуть ему не хватило. Лавсонг по голове ему не попадал, но в итоге настучал ему по голове. И уже 8-3, первая половина за командой Тихи, соответственно. Молдавану бан по железу, за что? Нет, нельзя. Молдаван норм пацан. Правильно, пацаны? Плюс чат, кто так считает. Молдаван топчик. Молдаван вообще крутой пацан. Так, ну и атака. Так у нас форсбай в атаке. Даже с одного девайса играют. Один АК буквально. Граната есть? Нет, но сейчас через смог будут вываливаться. Ой, все, граната полетела. Все жестко, не смог игрок через дым открыться. И от одного АК сейчас будут отталкиваться. Уже без головы оставляют один-единственный девайс. АСД есть размен, но 3 в 4 без девайсов. Подобрал кто-то девайс. Плеер же, по-моему. Да, он, соответственно, с коридора будет выходить. Хорошо, в упор. Ой, какой спрей-то дикий. Ёлки-палки, челик ласт. На, плен залетает, но его здесь при перетяжечке ловит. Какой плюс, я его мат пиздил. Никто не любит. Никто не любит этого. Это ты ему всю репутацию подпортил, Паркер. Он такой был ровный пацан. С валиком катался на фаскайпе. То, что будешь делать, а ты взял пацана и зарыл просто. Ну я тут при чем? Как это при чем? Кто на него бастит? Да его просто на фаскапе и так ненавидели. Да я ровный пацан был. Молдаван, значит, правильный пацан. 4 в 4. Но мне больше понравилось, сейчас раунд пройдет, я это озвучу. Так, 3 в 4, спурлок минус по плеержу. АСД, так, отлично. Есть серия разменов, в итоге стэшки давят. Ой, хорошая хая. Сам себя накрыл, огонь артиллерии на себя, отлично. Не отдаваться врагу. Жить до последнего. Ну и ноунеймер с вас. Ой, хороший клатч, отлично, пацан в упоре прочитал последнего, ну и четвертый раунд за атаку. Мне понравилось, как в начале Бастида вот этого вступления было, когда он тебе голосовой отправлял, это прям... Это было вообще. У меня когда настроение плохое, я вспоминаю, что на этой планете живет Молдаван. Значит, ну, типа, я не самый плохой человек на этой планете. Все нормально. Все еще образуется. Не все так уж и плохо в этой жизни. 8-4. Даже уже 9-4, соответственно. 9-4. Ну и челик пытается вываливаться через дым. Но пацаны что-то какие-то отчаянные. Они думают, что у них получится через дым вываливаться. Уже третий раунд подряд смотрю, что тут пытаются выходить. Но вот что-то как-то... Нет, не получается. Ну и плеер же, отлично. Плеер же, действительно. Он же продавил аплен. Дал мне 2 минуса на, но стягивается сразу. И здесь коннектор 2 готовы принимать. Перетяжка пошла под Б-плен. Здесь Purple Crescent будет с девятки принимать Б-плен. Он один единственный остался. У нас такая штучка есть, как ВХ. Я хочу с ней поиграться. Я забыл совсем, что... О-о-о, жестко. Вот на кэбле это дефолт просто, когда... Да, там обоюдная перестрелка. Вот выхода стэшки и вот там за дальним. Ну вот, кэбл там более растянутая мапа. Порш, она более компактная. Меньше, короче, расстояние. Для атаки это, конечно, более удобная ситуация. Ну и в итоге тайминг ловит игрок команды атаки. А Б-план занимается, пачка устанавливается. Ну и численное преимущество за атакой все еще в раунде. Плеер же становится в упор, в коннекторе. Ноунеймер будет играть с девятки, его тиммейт с коннектором. Не, по таймингу сейчас посмотрим. Ноунеймер вместо минус по чисто пох. Ой, плеер же здесь позиция в упоре порешала. Но он не знает, где последний. ГГ. Ну, читаемо, да, читаемо находится последний. Пачка. Ой, здесь еще и спалился. Развод на дефьюз. И ноунеймер. Еще и раунд, по-моему, потащит. Да уж, ГГ. Ну, ты даешь. А, нет, не успел. Не успел. Чуть-чуть не успел совсем. Эх, вот такие дела. Давайте, ребят, пожалуйста, без оскорблений. Да что-то жестко все. С этим туриком просто минус нерва. Понятное дело, что вы хотели, когда... Планировался как фановый турнир, да, получилось что-то не очень. Но это просто наши профессионалы с фаскапа очень близко к сердцу воспринимают. И когда с ними в команде попадаются...
тиммейты, которые, ну, слабее по уровню, то начинает у них гореть, я сказал, полыхать. Это ты как-то прям без этого, без мата, как в басте выражаешься, Паркер, аж непривычно. Так интеллигентно озвучил всю ситуацию происходящего. Я думаю, Кеша бы не церемонился и сказал все, что думает, как бы. Вот. Ну ладно, у нас все-таки чуть-чуть покультурнее стрима, когда комментируем, стараемся не материться. Вдруг нас все-таки дети смотрят, которые играют в 1.6. А такие еще, кстати, есть, да, до сих пор. Они еще появляются. Вы представляете, что человек 2010 года рождения играет в 1.6? Не представляете? Да, я вот таких встречал уже на сайте. Вот такая вот тема. 3-4. 3-4 ситуация на карте. И атака постарается сейчас выйти на Б-плен. Здесь челика ловят. Ну и ноунеймерс хорошо справляется с Фамосом. Рабочее оружие у нас датского профессионала. Вот оно. Кто-то недооценивал Фамос. Но, ребята, пожалуйста, вот. Пацаны играют, берут, стреляют. Все получается. Чисто пох, последний. 1-4 с авиком. Розыгрыш 15 секунд, но безуспешно. И хихи забирают 10-й. Последний раунд. Пользу. Вот такие дела. Стариков не трогай. Блин, Жень, прости, я ничего не имею против. Деды воевали. Никто не забыт, ничто не забыто. Недавно парад прошел в честь вас. И что такие деньги были вложены. Господи. Пенсию у вас отняли, чтобы парад организовать. И... Да, есть такое. Папа, наехали дети. Это подрастающее поколение, Кеш. Сейчас еще пару лет пройдет, тебя... 15-летний пацан будет в эту игру закрывать. Какой-нибудь. Чисто скажет, ты никто, я тебя имел. Всех твоих близких. Ну, в общем, дефолт для фаскап. 4 в 5. И все-таки пистолеточка. Ух, я уже проморгал. У нас уже переход сторон произошел. Я тут вообще провтыкал на самом деле. Атака вываливается через рукав на А-плент и давят довольно-таки неплохо. Хихи, важная пистолетка для них. Если здесь они выигрывают, то очень уж слишком... Ой, отрываются по счету сильно. Рэмп, минус по ГГ. Я даже не успел посмотреть, как они все сделали в этой пистолеточке. И чисто пох. Пачку, по-моему, где-то оставили, поэтому полезли на последнего, да. И последний там просто пачку дефил, но его не отпустили. И в итоге 11 раунд за хихи, еще плюс 2 потенциальных раунда за них. Да, вот такие дела. Эх. Кеша, 0 ошибок. Не, ну как бы, на самом деле, я насчитал, Кеша сам признавался, по-моему, 2 ошибки у него было все-таки за 21 год. Так что, не все мы, как говорится, не без ошибок. Мы люди все-таки, правильно? Если у него было 0 ошибок, он бы не был человеком. Вот. Я думаю, Кеша человек. Ну, я надеюсь на это, конечно. Вот. Ну, в зал славы фасткапа, по крайней мере, внести его можно смело. Вот. Ну и Спурлок забирает здесь игрока команды защиты. 5 в 3. Пошли у нас приветственные речи пламенные в чатике. Все нормально. Все, фасткап активизируется. Как-то все нормально. Если бы не чат, то мы бы не понимали, на каком сайте идет движуха, но все нормально. Старый добрый сайтик наш. 2 хп против 4 тиммейтов остается на карте. Ну, естественно, что... Точнее, тиммейтов, оппонентов. Ну и 12-5. Без шансов. 12-5 и хихи. Напоминаю, что это сетка лузеров, поэтому проигравший, к сожалению, вылетает из турнира. Но вот, ребят, честно, я не хочу оскорблять ребят, которые играют в этой катке. Но я просто ни одного ника не знаю, вот честно. Из-за того, что я там как-то хочу принизить скилл пацанов, но реально ники вообще как бы... Может, у них какие-то настоящие ники будут знакомы, но вот все, что я вижу на хелсбарах, это вот... Не знаю. Незнакомо. Женя Келвин только может знать из всего чата. Вот он самый взрослый здесь. Адекватный игрок. Поэтому такие вот дела. Так, есть разменчик. Пошел выход под А. Сплитом мидл плюс рукав. Пошли гранаты. Ну и защита в замешательство. Пацаны не понимают, что это финалочка под А плент. И чисто пох. Отлично. На третьем раунде в CS 1.6, когда тиммейты играют эко, берет Фамос и отдается. Все. Все. Вот теперь вообще без слов. Одни эмоции и приятные ощущения с игры с таким тиммейтом. Накидываются гранаты. Челик без глуи хорошо открывается, но не поймал тайминг. Не смог попасть. Отлично. ГГ последний. Пачку нужно установить, конечно же, на деньги.
в любом случае. Пытаются его на прострел здесь брать игрока команды атаки. И пошел он просто в нечитаемую позицию. Но я думаю, что если ГГ не первый раз на этой мапе играет, он в любом случае это чекнет позицию. Вот, и как бы... Она и в кэбле была, но там в кэбле было посложнее залезть. Конечно, конечно. Ну, на что рассчитывал здесь рэмп, это непонятно. Но... Ладно, оставим это на его совести. И в любом случае защита забирает этот экономический и шестой за АСД. Пропустил, что там Женя. Чё за Женя там? Не знаю. Эл, не бейте. Всё. Богдан, ты в такси. Богдан, ты же по девушкам уехал. Богдан, мы новый анекдот придумали, что ты по девушкам. Плутон по девушкам. Не торопись. У нас без тебя здесь работы хватит. Вот, такие дела. Отсущим черным ребятам. Жесткие ребята. С гробиками. 4 в 5. В общем, у нас форсбай, кстати, обоюдно. Вы уж извините, ребят, что я особо не комментирую, но здесь вы сами все видите. Очень динамичное развитие событий на карте происходит. Просто достаточно смотреть на экран, и тут, мне кажется, все понятно, что происходит на карте. Даже озвучивать практически нет смысла. Просто выход на Б-план, серия разменов. 2 в 2 в спину заходит игрок со скаутом. Он очень долго бежал, но зря, к сожалению. Челик остался последний против игрока в плачь ситуации. Ноунеймер. Так, ну и... Пацаны, вот сейчас будет битва Аимеров. Так, битва Аимеров, все, сейчас будем наблюдать. Оп, оп, тайминги, жесткие тайминги. Тайминги Фаржа. Все, пацаны, все знаю. Эх. Настюша. Ладно, продолжим смотреть. Просто люди хотели очень победить, видимо, и забыли, что это больше фановый турнир. Да и какой фановый? Фановый турнир — это так чисто, ну, чтобы зрители такие смотрели и понимали, что, ну, не стоит ждать чего-то жесткого. А так ребята же, ну, типа, стараются, что-то это, хотят играть, неохота как бы прийти и проиграть просто так. Просто так же это все организовывал. Вот, ну и... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, вот это мувы, вот это просто профессиональный гейминг. До последней секунды этого раунда не было понятно, кто его выиграет, но все-таки 13-й за командой Хихи и уже 40 фрагов в табуляцию у ноунеймера. Так, к сожалению, статистика на чате это не зачтет, на сайте точнее, прошу прощения, поэтому такие вот дела. А я о том, что, ну, типа, фановый турнир, ну, мне трудно назвать фановым. Я даже вот так, если подумать, ну, в 1.6 нет фановых турниров, и не может быть. Даже вот женские турниры, которые мы стримили, 1 или 2, они не были фановыми. Там было куча машин, девчата просто залетали и жаловались на все, что только можно. Начиная от работы там серверов, но это понятно было, заканчивая там организационными моментами, игровыми в том числе. Вот, поэтому это такое условное понятие фан-турнир. 3 в 1, в общем, у нас на карте. 14-6. В общем, все очень интересно. Я думаю, кстати, это последняя каточка, наверное, сегодня. Вот. А завтра, ну, продолжим. Да, к сожалению, вот Тачанчик вылетел. Организатор. Ну, у него супер жесткий состав. Он как мог тащил. Мы видели. Надеюсь, вы тоже смотрели. А, команды рандомно выбирают. Это не фан. Ну, фан — это когда ты просто расслаблен и все дела. Но, насколько мне известно, те ребята, которые играли, типа... Потели, пытались, старались выиграть, но для меня лично это не фан. Хоть бы я, конечно, просто бы отнесся к турниру, но по эмоциям ребят это не фан. Для меня это не фан. Я не увидел здесь фана, по крайней мере. А те, кто просто залетел на турнир, поиграли, типа, ну ладно, проиграли. Все, претензий нет никому. Вот в чате мы каждую катку в таком турнире видим, что в чате происходит. Пацаны далеко не фаново относятся к таким вещам. Ну и 15-6, матчпоинты, в принципе, уж извините, но эту катку мы почти не комментировали, тут уж все и так понятно. Все очень быстро развивалось, Хихи более приспособлены к Миражу, вот, точнее к Фаржу, и... Сейчас просто фаст выход под Б-плент, ну и защита, у них снова, у них не все Б, не все дома, так сказать.
Так, все, пошла перестрелка. Здесь упор, стэшка играется, перетяжка сразу будет. Спину плеер же заходит. Очень интересный раунд может получиться. Особенно игрок уже в смог просочился. Его здесь не законтрят. ГГ дает минус 2. Отлично. И... Ой, здесь Love Song остается 1-3. Я думаю, что его здесь должны дожать. Тем более с трех сторон смог лежит у него перед лицом. Но информация по нему есть абсолютно сотая. И пытаются его пикать здесь. Так, минус один, ну и сверху все-таки ГГ хорошо отыгрывает. Ну и все-таки минус один матчпоинт у команды Хихи. Вот так. Казалось бы, этот раунд они не все пятером занимали под Б-пунктом, но нет. Такие дела. Сидят, орут в игре. Но если был бы фан турнира, они просто нормально отнеслись бы к этому турниру и все. Ну, когда ребят стараются, потеют, какие-то претензии друг другу высказывают, ну... Понятно было, что это трудно быть фаном. Фан — это удовольствие, наслаждение, да. А в данном случае не знаю, как это назвать. 3 в 4, и перетяжечка пошла под... так, что? Куда от атаки? Ребят, не получилось мидл занять, они решили перетянуться на бэплэнд. Ну, чудесно, но я не знаю, позволят ли им это сделать. Да, здесь челик заркадил, знает всю информацию, что это перетяжечка и финалка под бэплэнд. На Б уже кто-нибудь ждет у защиты, пожалуйста. Кто-нибудь, вернитесь. АСД капитан возвращается, но уже поздно, он будет играть с девятки после того, как пачка установится. 3 в 3 ситуация на карте. И эх, здесь уже вот от АСД многое зависит, как он с девятки отыграет позишн свой. Ждет тиммейтов, накидывается смог. Нужно флэт, наверное, кинуть, да. Но вот АСД забрили, минус по чистый пох. И 1 в 3, ГГ в спину заходит. Он причем не забирает игрока, идет в спину, крадется. И его здесь вот таки чекнули, отлично. Просто перевод здесь. It smells fucking insane. Раз его, да. Как я еще говорил в 2015-м, красавец, если не читер. Да, мы стримили такие турниры, пацаны просто тащили. Нормально. Неплохо получилось, неплохо. Вот. И дела. Вот так вот. Такие дела. Ладно, продолжаем смотреть. И... у нас 15-8. Активизировалось движение в чате. Вы для обильности пошли. Как не здесь пацаны могут пересечься и перетереть за КС, за жизнь, все дела. Эх, 5, просто 5 когтей. 5 когтей в рукав пошли. Пацаны ползут на шифте. А что-нибудь кто-нибудь смотреть? Ой, здесь плеер. Ой-ой-ой, подсадочка не сработала. Один минус есть, но только информация. Здесь плеер же будет сейчас принимать все с рукава. Ну как ты спину не дожимай, ну как, ну ты ж, вообще, просто спину пацан не зафармил, 3 в 3. И каждый раунд для команды защиты это просто труднейший раунд на этой карте. Ну, казалось бы, банально, вот, пацаны, информация, 4 рука, пожалуйста, все, принимайте. Нет, они просто из-под носа себя упускают раунд и проигрывают игру. 16-8, такой вот микс гейминг фан.